В соответствии с указом президента Республики Казахстан номер 296 о призыве военнообязанных на специальные сборы, постановление акима Павлодарской области номер 66/2, 100 военнообязанных Павлодара призвали на специальные сборы по дезинфекции областного центра. На то, как они проходят, глазами журналиста смотрим вместе. Ответственность, решительность и отвага – такой набор качеств присущ всем тем, кто будет нести службу на благо Родины. Помимо качеств, у военнообязанных и общая цель – не допустить распространения вируса COVID-19. В период прохождения сборов военнообязанный будет задействован для дезинфекции города Павлодар с целью сохранения жизни и здоровья граждан. Для выполнения поставленных задач для военнообязанного, принимающего участие в специальных сборах, акиматом Павлодарской области проведена огромная работа по организации жизнеобеспечения и созданию все условия для качественного выполнения поставленной задачи бригады территориальной обороны. Ерболату Субекову 56 лет. Он является офицером запаса. До пенсии нес службу в Национальной гвардии Республики Казахстан. Затем учил новобранцев, а зам военного дела в военно-технической школе. Осознавая обстановку, происходящую в стране, как доброволец, по собственному желанию, хочу помочь нашему народу. Благодаря мудрости нашего президента, верховного главного командующего, мне выпала возможность проявить себя и быть полезным для нашей Родины. Обязуюсь выполнить все поставленные задачи. Я очень доволен вниманием нашего руководства области, которые создали такие условия для нас. Добровольное прибытие граждан в сборный пункт Департамента по делам обороны Павлодарской области говорит об их сознательности и чувстве долга в период чрезвычайного положения. Ринат Абдулкаюмов, Юрий Белевский, РТС Ахпарат.